Привет еще раз, с вами Артур Льданов. Немножко вылетел у меня ролик, пришлось заново записать, но продолжение. Потому что я начал уже записывать. Так, сейчас открылась у нас Лига Голландии, получается. Вот. Кое-каких игроков у нас еще мы получили. Забрал я карточку Икарди. Буффона также. Естественно, Буффона мы будем ставить в основу. У меня немножко подлагало, сразу не ставилось, но сейчас нормально все будет, я думаю. Так, Икарди, конечно же, за место Адееми поставим. Бенч из фу. Написано бенч из фу. Это, скорее всего. А вот, Икарди поставился, отлично. Так, и за место Мактомина мы берем Делэни, ставим. Так, за место Тацубы мы ставим. Или Тандуэйба, как вот. Так. Вот, так как Хиро убираем, возьмем КНТ. Ну, в принципе, наверное, все. В принципе, наверное, все. А. Естественно. Так, у нас есть Хесе, есть Карди, Решфорд. Решфорд и налево, наверное, поставим. Будет нормально. Так. А, кто у нас есть еще хороший игрок? Так, конечно же, легенду Джанлуиджи Буффона поставим на вратаря. И Робана, наверное, тоже, в принципе, можно. Так, у нас манежка 1940. Кстати, нормально, как я прокачал. Ну ладно, хорошо, Робан для пачки. Кончик поставим. Сейчас, наверное, мы его качнем. Details, skill. Ну, такая вот, короче, команда. Сейчас мы попробуем Буффона потренировать. Посмотрим. Так, где у нас здесь тренировка? Видите, какие-то что-то выполнил я. Нам еще дадут выносливости. Еще, наверное, да, сразу заберу. Премьер лиги матчдей какой-то, не знаю. Так, хорошо. Нам, короче, нужно потренировать как-то игрока. Аймин. Вот, отлично, я нашел. Так, есть Икарди прокат. Фабригас. Конечно же, Джинуиджи Буффон. Мусакио. Можно, в принципе, качнуть до 30-го. Я хотел бы Буффончика качнуть. А, но нам не хватает. Нам не хватает, к сожалению. Сколько есть, по чуть-чуть будем прокачивать. Здесь пока тоже не хватает. Так, Данила Пепе я еще хотел. Саки. Ну, короче, как-то так. В принципе, нормально. Я думаю. Так, у нас еще можно открыть один пак со скаутом. 199 вот таких вот нужно очков. Пожалуйста, из Европы кто-нибудь. В Европе классные игроки всегда выпадают. Кстати, Савич. Савич, отлично. Хороший нам защитник выпал. Хороший классный защитник нам выпал. В принципе, он нам в основу зайдет. Также у нас еще есть Гаррет Бейл. Потом мы его подпишем. И Сусу какой-то, который может играть и на отца, на центральном атакующем полузащитнике, и на правом фланге. Также Иско выпал, Каладзич какой-то, не знаю. Интересно, что за Каладзич. И почему-то я не вижу,
почему-то я не вижу. А вот Савич, конечно же, на третьем месте. Его тоже будем подписывать, но для этого нам нужно 1,5 миллиона. А по поводу МБПшки я не понял. Тут нужно вроде как собрать, короче, вот этих очков или обменов сделать, непонятно. Потом вроде как тебе дадут. Кстати, нам еще дали сейчас билеты, билеты так называемые, да? Давайте еще один пак покрутим. Савич из Атлетико вроде как нам выпал. Европа, Италия, Англия, Верне, правый левый. Конечно, у меня уже там 27 игроков накопилось. Нужно будет их все потом куда-то кликать. Я пока не знаю куда. Пока что такая вот команда. Давайте нажмем матч, лига. Ага. Лига Дании. Челлендж. Есть скип. Скипы у нас. Можем пропустить. The game begins with the referee's whistle. Целых 23 штуки я уже кстати накопил. Есть матч, первая победа. Нам дается опыт и какой-то еще опыт и что-то еще. А игроки вроде как даже прокачиваются. Буквально надо хорошенько закатил, потому что уже уверенно в основе играл. Да, где уже в основе. Одегарда. Одегарда нам дают какой-то. Подходим анимации. Уже испанские игроки, они будут посильнее, наверное. Сейчас нужно сложный матч, как будто бы с Барселоной сыграть. Давайте быстренько сыграем. Если матч идет, сейчас я отодвину, потом выйду в поле. The game finally kicks off. Sending the ball to the right, passing to a teammate behind. Low cross comes in from the right. Great strike! It's in! The goalkeeper is helpless. The game continues. A through pass. A shot. It's a goal! Fabregas. Remarkable dribbling. A delicate through ball. A low cross from the right. He grabbed the chance and took it. Brilliant. Kick off again. Sending the ball to the right flank. Нормально. У нас еще и апается уровень, то есть опыт и уровень игроков. Ну, короче, игроки качаются у нас. Я не знаю, тут какого-то классного игрока вроде бы дадут за это. The game is underway. Мы уже, в принципе, на халяву получили Одегара. Сейчас я скажу, какого вам игрока, нам игрока точно дадут. Это Маут какой-нибудь? Нет, это Блинт. Блинт, Ван Гинкеля получим, Хунтауара, Струтмана, центрального полузащитника Одегара забрали. Ну, самый крутой, наверное, Струтман здесь. И конечно же, эсочку заберем, блин, да еще. Ладно. Давайте идем дальше. В принципе, может быть, на лигу мне даже проскипать. Может быть, паки подкрываем потом. Если хватит, конечно же. 18 тысяч копеек у нас уже всего команды. The game finally kicks off. Прикольно. Fabregas. Мне больше всего нравится анимация батов в этой игре прикольная. Так, дальше поехали. Играем. Сейчас
большинство билетов, всякие плюшки. Тут, кстати, достаточно быстрая и короткая лига, не как в Португалии. В Португалии дольше будет. The game begins with the referee's whistle. Пойдем, если заберем. Pass back, just in case. О, и в Голландии. Начнем команду. Также тут коллекции можно собирать, за которые вроде тебе прибавляется тоже сила команды. The game is underway. Pepe. Pepe. A strong sliding tackle. Pepe. Отлично, я говорю, тут на халяву игроков. О, я же говорю, мы с вами паки в конце покрутим. А, надеюсь, там хватит на... А, нет, тут продолжение все-таки есть. Да, там просто полностью не показывалось. Надеюсь, нам хватит на 10 паков. The game begins with the referee's whistle. По классному игрока выпало, это Гаррет Бейл. Гаррета Бейла. Гаррета Бейла тоже в основном заберем, но я почему-то его хотел забрать, хотя у меня монет хватало, а почему-то он не ставился, я не знаю. Почему-то он не забирался. The whistle has been blown to start this much anticipated game. Это такое название команды, что изменить. Сейчас 100 билетов. Дальше челлендж проходим. Пока скипаем, благо, что у нас скипы накопились. The whistle has been blown to start this much anticipated game. Так, один броненький, да. Получили мы 24 уровень. Это хорошо, что тут можно матчи скипать и не ждать полностью смотреть. The game begins with the referee's whistle. Валвик, как убеждаем. Там еще, кстати, ревардс был, я видел. Давайте туда зайдем. А, монетки. Еще дополнительно 150 билетов, отлично. А, какой-то ворон. Ну, это, короче, PSV вроде как. PSV вроде как. The game finally kicks off. В принципе, мы вот должны тоже побежать. Еще дополнительные награды даются. В принципе, игра прикольная. Ну, интересно. Мне больше нравится, конечно, анимация паков, особенно легендарные вот эти. Золотые паки. Игра два подряд выполнена. Запусти паков. Это очень круто. Тоже классные игроки, такие как Сусич. А, были и так далее. Выпали. Хунта Уоррена, кстати, дают. Нет, максимум. Так, дальше идем. Я думаю, что нам, в принципе, так должно хватить на 10 паков. Лишь бы там места хватило, и если не хватит, мы квикнем игроков, нам не нужно слабеть. Почему-то я еще Дунаруму закинул в запас. Хотя у него есть. Можно, в принципе, но у меня есть Рейна в запасе, который был возможен. Естественно, Джон Луки Пупон. Таких легенд собирать, известных как хайповых игроков, да? The game finally kicks off. Игра хорошая. Игра называется Football Master 2. Занимает она в районе 700 мегабайт, поэтому графика неплохая. Мне нравится. 3 миллиона монет, если мы накопим, мы можем, кстати, Гаррета Белла подписать еще в команду что-то. А, да, кстати, здесь я бы не сказал. 38 матчей надо целых отыграть. Там еще какой-то ревардс опять что-то выполнил. The game begins with the referee's whistle. А, у меня всего 10 скипов осталось, а надо в районе. В один, видите, мы уже
Можно даже и проиграть, надо немножко усилить команду, так. А, еще 800 билетов. Давайте, короче, зайдем в скауты. И специально для вас откроем. Да. Специально для вас откроем 10 боксов. Что-то нам не тренировка. А, кстати, вот эта фишка, да. Массаж будет делать. Да. Дополнительно что-то так построить. А. Надо, конечно, монетки попридержать. Так, давайте заходим в стол. И открываем 10 штук. И надеемся, с тренинга 1450. В принципе, это выгоднее. И, пожалуйста, дайте нам хороших игроков. Вчера мне выпало 2 бифта сразу. И паков 2 отличных бифта города. И сегодня, пожалуйста, потом. Не отмолю. Сколько выпал левый бифт? А, Тимария выпал. Такое. Честно, такое. Давайте еще 2 пака тогда откроем. Может, в них повезет. Европа, ну, в Европе так. Хороший клуб. Бум Рибо. Да, Бум Рибо, как это нам указает. Интересный. Стоп, а здесь есть какие-то. Так, ты гарантированно игрока даешь кредита. Отлично. Что там? Или Бали, или такая? Прям идет. Кулебали мне выпал. Гарантированно тут надо открыть 100 игроков и S плюс дают. Да, за 100 игроков дополнительно S плюс дают. Ну, кстати, да, Кулебали к нам снова зайдет. Здесь стоит. Это Конто и Борган. У меня рекорд уже заполняется. А, вот, Тимария. Можно подписать Савич. 1,5 миллиона нам чуть-чуть не хватит. Или хватит? Да, нам прям капельки не хватит. А, Сусыч, Телес, Бэйл. Ну, потом подпишем, если что. Карвалью, Кин. Шелдопата и так далее. А где у нас... Я не вижу Бенси, я помню. Так. Хорошо. Ну давайте. По Маридо, наверное, Викой. Интересно, конечно. Ну, неймов я сразу не буду брать. Ну, мне эти игроки не нужны. Они вроде неплохие, но ниже S я брать не буду. Либо каких-то классных легенд я возьму себе в команду. Ну а так вот, из этого списка, в принципе, ну Каладзе, ну не знаю, мне он не особо нравится. Наверное, будет стоить. Я бы таких игроков себе не взял. Данте, который как-то, помню, играл в Баварии одно время. Сейчас он вроде бы не боится Запад. Ну вроде неплохой нападает, но... Такое. Балаш какой-то, баланс или баланс, короче, мы его тоже кликаем. Там не. Просто нам нужно место немножко освободить. Балкиперов у нас достаточно. Леорента я, кстати, помню. Пропер. Мистер Пропер, веселей. Импакт в 2 раза быстрее. Так. Уроу. Короче, это на всех кликами. Я чуть его не подписал. Дамброзио. Ну, в принципе, игроки хорошие. Типа они старенькие. Поэтому и ритм им не такой высокий дали. Я понял. Прикол. Ангуиса. Но если, например, именно для фанатов, можно конкретно собрать какую-то команду из игроков. Тоже прикольная тема, кстати. Ну, это вагуи какой-то. Наверное, молодой игрок. Это тоже из Милана. Непонятный молодой игрок, скорее всего. Далее. Ну, зато тут очень много игроков.
это прикольно. Самбиа, да? Кавашима мы знаем, он мне, кстати, два раза сегодня выпал. Еще один Кавашима. Ну все, в принципе, вот этих игроков можно подписывать. Тут, кстати, из Реал Мадрид, а Иску уже не в Реал Мадрид, Иску в Сивилье. Самые крутые, потому что это Гаррет Бейл. Иску раньше в Милане играл, как уже в Сивилье. И Ди Марии. Ди Марии может быть подписан попозже. 1,5 миллиона, либо 150 тысяч. Ну и Пеле тоже зашли, в принципе, неплохо. Потом он, кстати, нам зайдет, давайте вернемся. Подписан. Иско. Хорошо, давайте Пеле еще пока подписан. Так, нажимаю матч, нажимаю лига, я нажимаю окей, состав, резерв. Такахиро! Кулибали, кстати, у нас про него много. А, это очень крутой рейтинг, там Зуби. Гомес-то, наверное, заменим, не знаю, это кто такой, Бенчис У. Я сказал, заменим Гомеса на Пекельста. Конате, в принципе, оставим. Есть, конечно, какой-то Тепахиро, но мне ему очень нравится. В принципе, Блайни. Можно Хунтовара еще поставить. Одегар есть. Конате, Делайни, Кампана какой-то. Его я не знаю. Давайте возьмем Одегара. Фелис Арена. Тут какие-то звезды. Есть Винкс из Тоттенхэма. Делайни, Хунтовар, Пангинкель. Хир, Мактоминей, Винкс, Мактоминей, Винкс, Старапт, Фандебек, Джапа, Улишич и Алин Робан. Так, хорошо. Теперь нажимаем рекоменд. Отлично, Телис выходит к нам в состав. Такая вот у нас команда, Буфон. Мусагио Кулибали, Данило справа, Левиш слева, Тевиш слева, Марко Ройс этапники, Де Йонг в центре, Фабригас правее, Манешка, Решвард и Хесе. Манешка, Решвард и Хесе. Я бы, наверное, поставил все тут. Решвард налево, и, в принципе, получится неплохо. Так, Арин Робан. Ну, Рэш, 1500, неплохо. Манешка так вообще. А Рэш может направо поставить. Так будет. Манешка справа. В центре. Ну, прикольная команда, достаточно неплохо. А сейчас у нас, кстати, да. В принципе, все пока что, наверное. Думаю, на этом хватит. Короче, набирайте больше 15 лайков и продолжение ролика сделаю.